Владимир Владимирович Путин. Инициатором был лично глава Коммунистической партии Советского Союза Хрущев. Что им двигало? Стремление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 30-е годы? Пусть с этим разбираются историки. Миллионы русских легли спать в одной стране, а проснулись за границей. В одночасье оказались национальными меньшинствами в бывших союзных республиках. А русский народ стал одним из самых больших, если не сказать самым большим, разделенным народом в мире. Я слышал, как крымчане совсем недавно говорят, что тогда, в 91-м году, их передали из рук в руки просто как мешок картошки. Трудно с этим не согласиться. Российское государство, что же оно? Ну что Россия? Опустила голову и смирилась. Проглотила эту обиду. Наша страна находилась тогда в таком тяжелом состоянии, что просто не могла реально защитить свои интересы.